пришли с Еленой Николаевной мы в горячий цех детского сада. Квалификация поваров считаю высочайшая, потому что понятно, там одну котлетку на ресторанной кухне приготовить, там, ну, одну-две не получилось, еще сделал. Красиво улыбаетесь, все чувствуется, с душой готовите. Спасибо большое вам. Очень аппетитно, особенно вот с сыром. Ну, доверие вызывает, ведь, да, Елена, да, правда, да? То есть видно, что вот неформально, где-то как-то что-то для, не для проверки, вообще не для проверки, просто хорошо и ровно, вообще, по-настоящему. Да, все по-настоящему. Даже как не поели, а уже хочется спасибо сказать. Кстати, интересный получается способ контроля. Дети многих сотрудников детского сада посещают этот детский сад. А скажешь, а дом вы так же готовите? Наверное, дом уже не устаете. Но дом, и дом вы так же получается. Посетили с Еленой Николаевной детский сад «Росток». Как ваше впечатление? Кухня очень оборудована, все по-современному.